Я Сковырка Светлана, приехала из Беларуси, из города Глубокого, Витебской области. Народный мастер Беларуси по расписным диванам, маляванкам, макаткам. У вас они тоже здесь есть. Подходят люди, говорят, что это все знают маляванку, знают, как раньше было, что рисованные коврики висели украшением будинку хат. Украшением были, служили. И я возрождаю это ремесло. Маляванка – традиционный вид искусства. Это ковры. Всегда должна быть бордюр. И в середине либо цветы, либо какие-то ласточки, лебеди. Ну, что-то такое. Всегда в центре. Вот. Очень нравится ярмарка. Я впервые на международной ярмарке здесь, в этом городе. Мне очень нравится. Люди все доброжелательные, очень хорошо относятся к моему виду творчества. Мне очень радостно, что покупают и паштовки, и магнитики, и маливаны, и диваны. Мне вот это очень все нравится. И вообще атмосфера города очень тоже нравится. Особенно старинный город ваш, старый.